Глобус мне понравился своей простотой, доступностью для студента. Простые члены церкви имеют доступ к помазанным преподавателям. Свое участие я расцениваю больше как привилегию. Я самый молодой участник этой программы. Но я вижу большое благословение в том, что преподаватели и студенты могут на личном уровне обмениваться теологией, свидетельствами. И каждый преподаватель, который приезжает, он прежде всего делится своим личным опытом хождения с Богом. Хорошо, что есть программа «Глобус» на Украине, что есть место, где можно оздоровить, так сказать, свое богословие. Если на вот таком основании строить церковь, то, конечно, всем будет легче. И когда есть разнообразие учителей, разные деноминации, разные учителя, но одно писание. Прежде всего, перед собой я ставил задачу получить глобальный взгляд на Писание, связать Старый Завет и Новый Завет с историей развития Израиля и Церкви и историей мировой. То, что поможет моим студентам, это получить такие очки, которые предлагает Писание, чтобы увидеть Церковь в контексте Царства Божьего. И когда я готовился к этому модулю, я получил очень много откровений, которых раньше я не имел, не взглянув систематически и глобально на Новый Завет. Получая здесь знания, я утверждаюсь, и больше я познаю, и я хочу дальше двигаться, как по-туркменски говорят, «мен и фан опучуфи». Переводится «я ученик Иисуса Христа». То, что я получаю здесь в программе «Глобус», я хочу это нести дальше, передавать другим людям, которые будут открыты для этого, которые захотят принять. Я буду нести это слово. Буду учить учеников Иисуса Христа. Я бы рекомендовал служителям, лидерам, пасторам церквей и общин участвовать и обучаться в этой программе, программе «Глобус», потому что это и объединяет, вдохновляет, восстанавливает где-то даже.